От малыша до олимпийского чемпиона. В Набережных Челнах состоялось первенство по спортивной гимнастике «Малыш». Челнинским спортсменам предстояло побороться с участниками из Казани, Ижевска, Зеленодольска и других городов. О тернистом пути юных гимнастов расскажем в следующем материале. Никите Ситникову 11 лет, 5 из которых он занимается спортивной гимнастикой. На соревнования он приехал из Зеленодольска. Как опытный спортсмен, он сразу оценивает, в каких условиях ему придется выступать. Зал, конечно, не очень большой, но снаряды на нем хорошие. Я рад, что приехал сюда и хочу показать всем, что я намного способен. За этими выступлениями стоит многолетний труд детей. Начиная с 5-летнего возраста, они ежедневно тренируются по 4-5 часов. По словам тренеров, не каждый ребенок переносит такие нагрузки. В спорте остаются избранные. Бывает такое, что вроде ребенок талантливый, а со спорта уходит, к сожалению. А бывает, что ребенок вроде нет таких предпосылок, но огромное желание. То есть своим терпением, желанием добивается даже больших результатов. По словам юных спортсменов, тяжело только в самом начале, а позже они уже не могут обходиться без тренировок и соревнований. К тому же, многие их кумиры начинали свой путь также. На этих соревнованиях в молодости выступал Алексей Немов, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, Нигматзянов, мастер спорта международного класса и мастер спорта по ралли Рейды Дакар Эдуард Николаев. Меня отвезли в гимнастику из-за того, что я в детстве был очень энергичен, был очень шумным. Меня отправили туда. Сначала было мне не тяжело, потом стало легко, и мне на этот раз понравилось. На соревнования приехали дети в возрасте от 6 до 17 лет. Свое мастерство они показали на 6 снарядах. Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, Челны-24.